В субботу в Киров привезут новую сцену для театральной площади, доставят конструкцию из Нижнего Новгорода, оттуда и подрядчик, который будет заниматься монтажом сцены. К слову, заниматься дольше, чем обещал. Все озвученные ранее сроки вышли. Дмитрий Житарчук разбирался в ситуации. Сразу об истории вопроса. Старую сцену на театралке снесли летом 2016-го. 9 лет являлся сценический комплекс главной концертной площадкой города. Затем задумали власти на деньги спонсоров ставить здесь колесо обозрения. Взбунтовалась общественность. Возможно, совпадение, но власти передумали. Заявили уже в 2017-м о строительстве новой сцены. Мол, назрела проблема. Объясняют ситуацию так. Та ракушка, она была построена в 2008 году. Она была построена без фундамента, она вся стояла на бетонных плитах. Грузоподъемности не было, там конструкции уже проржавели. В начале 2017 года чиновники объявили аукцион по выбору подрядчика и пообещали большой праздничный концерт к 9 мая провести уже на новой сцене. За нее готовы были заплатить около 2 миллионов рублей. За эти деньги все работы по монтажу сцены согласилось провести руководство нижегородской компании. К маю сцена не появилась, и уже в сентябре власти вновь обрадовали население. Сцена будет готова к 5 декабря, только за 5 миллионов рублей. Мол, за 1 700 000 сделать качественно и быстро сцену подрядчик не успел. Простые люди удивлялись. Посмотрел там, а что-то зачем сломали цену? Вот так про себя. Вот здесь отвод. Да. Мне очень нравилось. Прежняя сцена. Ну да, какая была. Хорошая была сцена, все отлично, нигде ничего там. Новый, современный, с теплыми гримерками и хорошим звуком, сценический комплекс на театралке должен был появиться к началу декабря, еще в конце ноября, уверяли городские чиновники. А его до сих пор нет, только основание фундамента и больше ничего. Но скоро все будет, заверяет руководитель компании-подрядчика. Сегодня производилась погрузка на производстве сценического комплекса. Он выехал и будет у вас завтра. В чем причина задержки? Обещали наши власти к 5 декабря. Да вы знаете, нет даже обоснований, в чем-то наша вина есть. В том, что как бы есть вина и администрации, что они не давали нам работать. В связи с тем, что проходили какие-то мероприятия на площадках. И вот очередное обещание подрядчика. Сцена будет готова к 20 декабря.